Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. В первую очередь хочу сказать, что, коллеги, правы я должен согласиться с каждым из них. Вот, по-своему, потому что действительно их рекомендация очень полезна, вот, но есть один нюанс. Дело в том, что вы по какой-то причине позволяли человеку к вам так относиться, как вот он относился. Принижающе к вам, обесценивающе вас, вот. И, вероятно, у этого, вот у того, что вы позволяли ему так к себе относиться, вот, вероятно, у этого есть какие-то причины у того, что вы позволяли человеку так с собой вести себя. Вот. Ну, можно, конечно, сказать, что, вероятно, вы не хотели его терять, и, возможно, это правда, но, тем не менее, сам факт того, что для вас такого рода отношения возможны, свидетельствует о неких ваших внутренних конфликтах, о неких ваших внутренних переживаниях, может быть, о некоторых ваших страхах, о некоторых ваших желаниях, которые вы пытаетесь реализовать вот таким образом, не всегда позитивным. То есть, условно говоря, вот те причины, по которым вы вступили в отношения с этим человеком, вот, на мой взгляд, являются ключевыми. Вот. То есть именно это ключ к вашей проблеме, именно это ключ к пониманию вашей ситуации, ваших трудностей, и это ключ к тому, чтобы из этой ситуации выйти, потому что вам правильно, совершенно, коллеги сказали, что человек будет, значит, пытаться добиться от вас обратной связи до тех пор, пока он уверен в том, что вы можете
дать ему то, в чем он нуждается. Вы можете дать ему то, чего он хочет. А дать то, чего он хочет, вы можете ему только в одном случае, а именно в том случае, если вы от него в той или иной степени зависимы. Вот. Ну а, соответственно, зависимость – это ваша потребность и то, ради чего вы изначально в отношениях с ним находились, то для чего вы в отношения с ним вступали. Вот. Собственно, данная проблематика и является здесь, что называется, ключевой. И именно в этом направлении нужно работать. Вот. Такой вот момент. Такой вот. Такая вот здесь у вас проблематика наблюдает. А, ну вот, соответственно, после того, как будет решена эта проблема, когда вы увидите, каким образом, вследствие чего, вследствие каких моментов вы оказались в отношениях с человеком, вот, вы сможете для себя выработать стратегию поведения по корректированию своего состояния, и человек, который сейчас вас преследует, вот, просто, ну, убедиться в том, что вы дать ему ничего не можете, что вы не способны ему больше дать, хотя вы были способны, вот, но больше вы как бы на это не способны, больше вы этого сделать не можете, и к счастью или к сожалению, но это, ну, как бы нормально, и ему придется с этим мириться. Вот, да, мириться ему будет тяжело, вот это вне всякого сомнения, что человеку будет тяжело с этим мириться, но это уже, я бы сказал, что проблематика не ваша, от слова совсем не ваша эта проблема, что человек не способен мириться вот с, ну, с тем, что вы можете, ну, что вы не можете дать ему то, в чем он нуждается. Вот только так, никакого способа другого нет, и, к сожалению, быть не может. Другого способа данную проблему разрешить, к сожалению, нельзя. Но даже если вы разрешите эту проблему, то есть если у вас получится волшебным образом убедить человека в том, что с вами взаимодействовать ему больше не нужно, то вашей непосредственно вот вашей проблемы это не решит. Не решит проблемы того, что вы оказались в отношениях с этим человеком. Не решит проблем, что вы
были в отношениях, но не решит проблемы того, что вы как бы вступали в отношения с ним. Вот это как бы не решит данной проблематики. К моему сожалению. Потому что для этого есть субъективные ваши причины, и они будут действовать до тех пор, пока вы не начнете себя менять. Ну и да, справедливо, совершенно вам, опять же, коллега указали на наличие значит, жертвы. Тирана, да, в данном случае вы жертва, как раз таки, вот, и, соответственно, человек тиран. Вот, вот то, что я могу вам сказать на данный момент. Вот я могу вам ответить на данный момент. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Не затягивайте с обращением к специалисту. Вот, всего вам доброго.